СМ-клиника открыла в Рязани новый проект «Школа здоровья». Занятия в ее рамках проводятся как для детей, так и для взрослых. В этот раз ее участниками стали педагоги 56-й школы. Им рассказали о таком опасном заболевании, как сахарный диабет. Олеся Котровская продолжит. В Рязани СМ-клиника организовала школу здоровья в мае этого года. Обычно беседы проходят так. Врачи посещают детские сады и школы, и не только. Рассказывают о таких заболеваниях, как остеохондроз, депрессия, остеопороз. В этот раз беседа была посвящена вопросам, касающимся сахарного диабета. Сегодняшняя наша беседа в форме презентации посвящена как раз вопросам профилактики и проблемам сахарного диабета. Что нужно делать для того, чтобы избежать его возникновения? Развитие, что с этим делать вообще, к какому специалисту нужно обращаться и какие есть основные осложнения диабета, дабы их не пропустить. Сахарный диабет уже не считается редким заболеванием, но лишь немногие люди знают особенности его течения и понимают важность соблюдения врачебных рекомендаций. В рамках школы здоровья Наталья Антонова, врач-эндокринолог СМ-клиника, рассказала педагогическому коллективу школы номер 56, что важно знать о сахарном диабете. Значит, на долю сахарного диабета второго типа, самого часто встречающегося типа диабета, приходится около 90% от общего числа больных с сахарным диабетом. Для того, чтобы его избежать, необходимо правильно питаться. Кратность питания должна быть не реже 4-5 раз в день. Помимо трех основных приемов пищи у нас должно быть два перекуса. Мы должны тщательно следить за содержанием легко усвояемых углеводов в нашей пище, животных жиров, за своей массой тела, индексом массы тела, ну и, собственно говоря, активизировать свой образ жизни. Во время школы здоровья каждый смог получить ответ на свой вопрос, а еще пройти гемотест – специальный анализ на определение глюкозы в крови. Ведь именно концентрация глюкозы в крови – один из главных критериев оценки состояния здоровья человека. Изменение баланса сахара в крови в ту или иную сторону самым негативным образом сказывается как на общем самочувствии, так и на функциональности всех внутренних органов и систем. Все учителя, которые побывали на школе здоровья от СМ-клиника, прошли гемотест. Ну, во-первых, была рада, что мой сахар в крови в норме. И, конечно, очень много советов сегодня полезных услышала для себя. Но ведь от здоровья учителя зависит очень многое, в том числе и здоровье наших учеников. И, безусловно, сами должны быть здоровыми, быть примером для наших учащихся. Во время школы здоровья, которую провела СМ-клиника, было отмечено, что важно вовремя обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».